Всем привет! Сегодня мы будем проводить распаковку и обзор чехла для малого барабана от компании Bag & Music. Запаковано все добротно, хрен вскроешь. Компания Blast Beat, через которую я, в общем-то, заказывал данный чехол, позаботилась о том, чтобы все было максимально хорошо упаковано и доставлено в лучшем виде. Вот он, красавец. Они есть у компании в двух цветовых категориях, вот в таком вот сером формате и черном полностью. Сразу могу отметить, что все сшито вот так вот визуально, максимально аккуратно. Визуально все вот эти замочки вызывают впечатление положительное, на вид очень крепкое. Посмотрим, что дальше. Вот здесь вот вся фурнитура. Во всяком случае, на сайте пишут, что она используется для различных серьезных компаний. И в том числе вот фирма использует их для себя. Знаю, что ткань для чехлов они используют. Это Оксфорд, по-моему, и с какой-то специальной пропиткой, которая должна быть водоотталкивающей. Соответственно, и грязь должна тоже не особо к нему приставать. На задней стороне мы видим карман большой, вместительный, с лайбочкой фирмы Bag & Music, ремень с регулирующейся длиной и ручка вот такого вот формата, большая, удобная, на вид тоже пришита и прикреплена крепко. Ладно, откроем, посмотрим, что тут дальше есть внутрях. Так, еще вот один карман, первое отделение, с кармашком под всякую мелочь. Я полагаю, сюда всякие ключи для настройки можно ложить и прочие моменты. Глубокий по всей длине. Так, посмотрим дальше. Ну что ж, вот он. Чек Blast Beat мне положили. И вариации вообще каких чехлов компания производит вот для гитар, клавишных и различные рюкзаки, сумки, ну и барабанное барахло в том числе. Для педалей, для тарелок и для барабанов. Так, внутри вот мы видим такой серый, даже я не знаю, как это сказать, трикотаж какой-то, достаточно теплый на вид. Знаем такую штуку, что все это достается, все это можно постирать. К примеру, вот мы сейчас здесь достанем такой вот толстый пенный какой-то наполнитель, я не знаю, как называется материал. Но это говорит о том, что если ваш чехол по какой-либо причине заморался или еще с ним что-то произошло, вы спокойно можете достать все вот эти наполнители и постирать его в обыкновенной стиральной машине. Что не может не радовать. Внутрях у нас тоже по всему диаметру идет стенка. И внизу специальная стенка, которая тоже уплотняет. Ну что ж, только что мы совершили небольшой тест-драйв условий гастролей, когда у тебя инструмент может получить какую-то травму. В общем-то, уронили. Давайте вскроем, посмотрим, стало ли что-нибудь с нашим малым барабаном. Но, зная, какие здесь материалы используются для хранения, я не сомневаюсь в том, что ничего не произошло. Ну вот, собственно, как мы и видим, никаких нареканий, ничего нет. Чехол всецело и полностью отработал как надо. Хочется еще отметить такую штуку, что на дне чехла находятся вот такие вот ножки, прорезиненные. И специально тоже усилено тканью для того, чтобы вода и какие-либо другие, видимо, жидкости никак не воздействовали потом на сам барабан в чехле.
Таким вот получился наш обзор сегодняшний на чехол компании Baggin Music. Я визуально пока всем очень доволен. Посмотрим, как он поведет себя в течение какого-то времени на гастролях и прочих моментах, где придется использовать его по максимуму. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Ставь лайки, пиши комментарии. Ну и, в общем, все вот это вот, что сейчас модно делать в YouTube. Adios.